Всем привет, и на канале Исакин Ревью, меня зовут Сергей. В этом видео я хочу рассказать про внешний аккумулятор Ромас, заказанный с сайта AliExpress. У меня была куча разных аккумуляторов с Китая, и измеряя их емкость, ни один не соответствовал заявленной. АКБ фирмы Ромас – единственный аккумулятор, у которого емкость соответствует заявленной. Теперь поподробнее. Поставляется Powerbank в большой коробке. Сама упаковка от Ромас сделана очень добротно. На передней грани можно увидеть защитную голограмму с антифейк-кодом. Комплект аккумулятора, как и у всех других, сама АКБ, проводок для зарядки и инструкция. Кабель самый обычный, microUSB, длина 28 см. В принципе, для такого типа устройства этого кабеля должно ходить без проблем. Перейдем к самому устройству. Powerbank выполнен в основном из пластика. Более традиционных решений, к примеру, серебристого или черного цвета, нету. Заявленная емкость аккумулятора 20 тысяч мА. Лицевую часть украшает надпись бренда Ромас и небольшой экранчик с информацией о заряде батареи и подключаемых USB. Это либо 1 ампер, либо 2,1. При зажатии кнопки питания загорается подсветка экранчика. На верхнем торце разместились основные интерфейсы. Это выход USB на 1 ампер, помеченный одной молнией, и выход USB на 2,1 ампера, помеченный двойной молнией. Также выход microUSB для подзарядки пауэрбанка. Задний торец по традиции занят техническими характеристиками, размер модели и некой прочей информацией. Несмотря на то, что модель сама по себе очень простая, своим заявленным характеристикам полностью соответствует. Емкость внутреннего аккумулятора, измеренная в ходе тестов, 18600 мА, практически соответствует той цифре, что указано на упаковке. Нагрузку в 2 ампера также держит уверенно. Напряжение при этом в среднем не падает ниже уровня 5 вольт, что несомненно плюс. Показатели Powerbank Ромас гораздо лучше других китайских АКБ, у которых заявленная емкость была в 2-3 раза меньше. Претензий к качеству сборки или самим материалам нету, все сделано нормально и придраться в этом плане не к чему. Энергию я прогонял через USB-тестер KVC, ссылку на который я оставлю ниже в описании. Стоимость такого аккумулятора от 1500 рублей на Алиэкспрессе. Немного дороже других пауэрбанков, но, как говорится, скупой платит дважды. Здесь вы платите за почти точную заявленную емкость, что является большим плюсом. Ссылку на товар я оставлю ниже в описании. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!